Внимание, это ограбление. Мне нужен твой лайк и комментарий. Сейчас же. Ребята, очень важная новость. Мой канал подвергнулся страйку из-за того, что мы с Генчиком и Сударем смеялись над мимасиками. Конкретную причину я понять не могу, потому что размытые правила YouTube не позволяют понять истинную причину, за что забанили тот или иной видос. Вот такие вот дела. Так что, ребята, в обязательном порядке попрошу вас подписаться на Instagram, YouTube, второй канал и ВКонтакте. Мало ли чего не бывает, вдруг дадут второй страйк, и тогда уже пиши пропало. Всем йо, чуваки, с вами я, Пандос и Гиндос. И сегодня мы обязаны поймать Криштиану Роналду. Сколько там? 3 миллиона монет он сейчас стоит? В общем-то, предлагаю начать с Division Rivals. Оставим Food Champions на сладенькое. Но это непродаваемый набор, но в любом случае непродаваемый Криштиану, это не так уж и больно. Тогда получается, у тебя может Криштиану Роналду там выпасть непродаваемый и здесь непродаваемый. Ну да. Но не сегодня. Помнишь, как мы на лещи играли, кто больше откроет? Да. В каком году это было, я не помню. Может, если вы Опа! Хотите, мы можем повторить это мероприятие. Почему бы и нет? Так. Бразилия, вратарь, это... 86 рейтинг, чуть-чуть повыше, чем у тебя. Я напоминаю, что мы с тобой играем в лесенку. 83-86. Этот парень тоже ко мне загадывал. Походу, его выдают вообще всем. Да-да, 14 тысяч, красиво. Ну и, в общем-то, ребята, то самое место, в которое страшно заходить. Да, я специально не стал занимать какие-то высокие рейтинги. Ну, обычно в бичи же всяких падают, там, типа, красные карточки, охуительно. Бля, такой волнительный момент, чувак. Да, да. Просто пиздец. Давай, поехали. Макс Брандт с острым перцем. Отвернись ты, пожалуйста. Вот ты отвернись. Кагава 85. Это то, чего я хотел, блять. Сила удара 56, дальние удары 59. Набор с редкими игроками. Давай посмотрим, Опа. Насколько они редкие. Опа, смотрим. Так, это обычное, обычное, да. Модрич или Ракитич? Где 90, ты был, блядь, на тоте, блять? За последний месяц 3 раза упал, блять. Тук-тук-тук-тук. Так, да, я пикну сразу, давай, пожалуйста. И... Ой, ребята, пока что с пиками не очень. Давай будем сужать просто вот до последнего. Кого-то. 88. Только запиздели, вот вам и Казимир. Так, продолжаю отламывать свой правый кусочек. Казимиркин, это, конечно, хорошо, нихуя себе! Ну, типа... Типа, окей, да, это красиво. Это не топ, это прям... Ну, все равно выглядит неплохо. Так, Силисон у меня уже есть. Но цветные карточки, это приятно. Это очень приятно. Ну что, последний выстрел, как говорится, стреляем. Да, передержим и стреляем. Счастливо. Бля, что это за движение? Типа вот это самое, да? Я обычно вот так вот делаю. Вот. Ну и кто-то спросит, где же хедлайн карточки, которую ты показал на обложке? Ща все будет. Небольшая карточка прилетела мне подарком от eSports. То есть они сейчас раздают какие-то пакетики за то, что вы играете в FIFA. И вот в этом пакетике мне внезапно дропнулся вот этот вот парень. Пак за то, что я очень долго сидел в этой игре. Опа, волкаут даже есть, нихуя. Нихуя! Нихуя! Ну, конечно, игрок такой себе, но все равно приятно. Какой там у тебя рейтинг, братан? 87! Охуеть! Я не думал, что он прям такой крутой. Вторая карточка мне упала за сборку Джорджа Беста. Давайте, пак носом. О, пак носом принес волкаут. Оранжевую давай. Это Мотем Голландия вратарь. Боже мой, мне кажется, это худший Мотем, который мне мог упасть. Прости, прости, кот напугал, кто? Испания, ПФА, кто там? О, господи, боже мой, я не знаю, 87. Хороший пак, спасибо ей, вот это реально вы мне подвезли красивую штучку. Ну и третья карточка дропнулась вот прям вообще внезапно, это был просто взрыв. Мы сидели на стриме, щелкали пакетики и тут на нахер. Блин, спасибо за приятно. Абумиян. Ну, допустим, я все понял. Он у меня фифет какой-то, прям вообще таким любимчиком был. Я за него топил прям. Опять? Чего, второй волкаут, 360? Что за бред? О! Ебать! Погба! Бразилия, кто там? ЛЗ, я не знаю. О! Лондо, ебать! Сандра, блядь! 89! Бля! 8! Ебать!
Продавай, ебать! Нас. Колотить! Не охуеть! Это просто, было... блядь, ебать! 350! 350 поинтов, ребята! В паках по 100 тысяч... Секунду! И... Что за хуйня, блядь? Пау, блядь! Вот такая вот приколюха. Это, пожалуй, мой лучший улов за последние, не знаю, блядь, 5 тысяч миллиардов лет. 600 тысяч стоит Сандра, и я безумно доволен. Я надеюсь, вам понравился этот видосик. Ставьте лайк, оставляйте комментарии. С вами был я, PandaFX. Спасибо, что смотрите меня, и всем хорошего настроения. Пока.